Впервые в Кургане. Уральский академический народный хор с новой программой «За Россию, за мою». 22 февраля. Филармония. Выставка-продажа «Дары Абхазии» в Кургане. С 15 по 20 января. В ДК «Железнодорожников». Абхазские сыры, мясные деликатесы, специи, аджика, чаи и многое другое. Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Максим Пивоваров. Впервые в Кургане Уральский академический народный хор с новой программой «За Россию, за мою». 22 февраля в филармонии. Спешите купить билеты. Выставка-продажа «Дары Абхазии» в Кургане с 15 по 20 января в ДК «Железнодорожников». Абхазские сыры, мясные деликатесы, специи, чаи и многое другое. А теперь о прогнозе синоптиков. В среду большая часть Зауралья останется в области повышенного атмосферного давления с преобладанием малооблачной, сухой и тихой погоды при температурном фоне на 2-3 градуса выше климатической нормы. В Екатеринбурге минус 7, минус 9, вечером небольшой снег. В Челябинске минус 6, минус 8, в Тюмени минус 7, минус 9, преимущественно без осадков. В Кургане небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 15, минус 17. Днем в Кургане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Температура воздуха минус 11, минус 13. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 748 миллиметров ртутного столба. 10 января солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!